Уважаемый Карим Каримханович, реализация поручения главы государства, данных на заседании Совета Безопасности, Министерством обороны планируется приобретение большегрузных военно-транспортных самолетов. Данный вопрос проработан заинтересованными госорганами. Заявка на необходимые финансовые средства для приобретения самолетов направлена Министерству финансов. Второму вопросу по инженерному оборудованию, обеспечению технологическими средствами мест хранения оружия и боеприпасов. На сегодняшний день существующая система охраны объектов наиболее оптимально подходит для организации охраны объектов вооруженных сил. Вместе с тем, в целях усиления безопасности, мест хранения оружия, боеприпасов, военной техники и имущества, необходимо их дообеспечение техническими средствами охраны. Финансовые средства на приобретение также направлены заявки соответствующие государственные органы. Третье. По обеспечению средствами индивидуальной защиты личного состава, суточного наряда и караула воинских частей. Для повышения уровня защищенности личного состава необходимо их полное обеспечение современными средствами индивидуальной защиты. Расчеты потребностей финансовых средств для решения поставленной задачи произведены, заявка направлена в Министерство финансов. По вопросу обеспечения информационного обмена и усиления контроля за лицами, имеющими специальную войсковую подготовку, Министерством обороны на регулярной основе совместно с Комитетом национальной безопасности проводится информационный обмен по контролю за лицами, имеющими специальную войсковую подготовку. Воинский учет граждан Казахстана, состоящих в специальном резерве, ведется местными органами военного управления. На сегодняшний день этот учет налажен и постоянно контролируется и уточняется. Доклад закончен.